В Мелітополі та Мелітопольському районі зростає рівень злочинності. Про це повідомив керівник Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Сергій Лисенко. В середньому цей показник по області виріс на 3,4%. Произошел рост по всем видам преступлений. Выросло количество особо тяжких преступлений на 28%, тяжких на 10%, средней тяжести на 29,5%, небольшой тяжести на 91,6%. Больше, ніж в два раза, збільшилась кількість навмисних вбивств. С 6 до 14. Из 14 убийств, которые совершены в этом году, окончены досудебным расследованием, 7 уголовных производств, они направлены в суд с обвинительными актами. 4 находятся в производстве, где лицам предъявлено подозрение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По городу Мелитополю и району остаются нераскрытыми из совершенных в этом году 2 умышленных убийства. Это убийство Филиной на Новом Мелитополе и убийство Полковникова в село Орлово Мелитопольского района. Випадки тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, теж почастішали. В основному рост преступності произошел из-за увеличения количества преступлений против собственности. В прошлом году их количество составляло 2434 преступления, в текущем году это 3130, то есть плюс 28,5%. Большинство, или 75% из этих преступлений – это кражи. По результатам досудебного расследования в текущем году в суд направлено 507 обвинительных актов, 11 с ходатайствами об освобождении от уголовной ответственности, 2418 уголовных производств закрыто. Прокурор підкреслив, що цього року спостерігається значне падіння злочинів, пов'язаних з вимаганням. За этот год в суд направлено 10 обвинительных актов по 13 эпизодам разбойных нападений. 24 находятся в производстве и одно приостановлено по розыску лица, которое его совершило. Зафиксировано также увеличение количества преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта с 82 до 101. Сергій Лисенко зауважив, що зараз на працівників прокуратури лягає колосальне навантаження. Так, один процесуальний прокурор має в розгляді понад 400 кримінальних справ. Також він додав, що при Мелітопольській місцевій прокуратурі діє консультаційна група, до якої можна звернутися з будь-яким питанням.